Эта встреча – продолжение знакомства. С каждым выпускником медицинских вузов главный врач уже общался на ярмарках вакансий. Тогда же студентам предложили работу. Это те, кто согласился. Всего 8 человек, абсолютное большинство из них родом из города Назарово. Одна из выпускниц уже приступила к работе педиатром. Остальные планируют выйти на службу в августе. Мы конкретно определяем, где работать будет человек, определяем наш коллектив, показываем наши возможности личным участием всего руководства и города Назарова, и администрации, чтобы привлечь специалистов к нам. Многие люди, правда, сегодня не знают, куда пойти работать. Но если мы будем привлекать кадры, они поедут к нам. Городские молодые врачи, в отличие от сельских, не получают подъемный 1 000 000 рублей. Но с каждым годом все больше медиков уезжают в небольшие города, ведь конкуренция в краевом центре большая. Некоторые выпускники из династии медиков. Психиатр-нарколог Алексей вернулся домой на смену родителям. В принципе, помогать людям – это очень благое дело. И вообще, в стране всегда не хватало врачей, и до сих пор не хватает врачей. Будем поднимать регионы, скажем так. Администрация города по мере возможности предоставляет молодым специалистам жилье. В прошлом году выделили 6 квартир. В этом году есть необходимость в 3. Александра Арепьева, Дмитрий Шевцов. Новости.